известный писатель и маг Всеслав Соло. Вы можете научиться. Выходы в астрал, магические операции, материализация любимого человека, энергетические тайны денег, реализация желаний, магическое управление своей жизнью. Я приветствую всех телезрителей нашего телевизионного канала NEFS TV. В эфире новая передача «Любовь – это навык души». И я ее ведущий Всеслав Соло. Сегодня в студии у нас Велиний, мой соученик. Он будет задавать вопросы, а я буду отвечать. Немножечко оговорюсь наперед. Желательно вам посмотреть предыдущие передачи по любви нашего канала. Тогда сегодняшняя передача вам будет яснее, понятнее. У меня Велиний занимался эту тему, он знает неплохо, и сейчас он работает над собой, нарабатывает состояние любви настоящее, мужское. Вы сегодня услышите материалы, достаточно уникальные и необычные для вас, и приготовьтесь, может быть, даже что-то записать, что-то запомнить, а что-то уже начать практиковать. Итак, послушаем первый вопрос Велиния. Всеслав Маркович, добрый день. После вашей передачи «Любовь, привороты судьба, божественные и земные смыслы» я длительное время размышлял. В вашей передаче вы рассказали удивительные материалы, с которыми трудно не согласиться, о том, что, оказывается, обычная земная любовь, она эгоистична и корыстна, потому что легко ее можно просчитать, кто и кого за что любит. Кто-то за интонации голоса и улыбки, кто-то за внешний вид, кто-то за знаменитость или деньги. Также в этой передаче вы сказали, что чувство непонятного притяжения между людьми, которое обычно ими понимается как любовь, на самом деле является ничем иным, как проявлением кармических долгов, когда люди волей судьбы сходятся для того, чтобы их отдать. Поэтому у меня возникает вопрос, что же такое на самом деле божественная любовь? Как она возникает? И кому проявляется, и почему. Царство Небесное, которое сейчас строится на земле, оно является проявлением божественной любви? Вы знаете, уважаемые телезрители, отвечая на этот вопрос Велиния, достаточно непростой вопрос, хочется сказать прежде всего вот о чем. Что настоящая любовь небесная, божественная любовь, она гораздо больше самого человека, гораздо больше его жизни. Она простирается от его тела, души, разума и духа и за пределы жизни. За пределы жизни она огромна. И настоящая любовь не может быть одна. Либо с любимым человеком, либо смерть. Вы скажете, ой, да известная классика, ну вот Ромео и Джульетта, Шекспира пьесу возьми. Я вам скажу, что это, во-первых, дурноватая классика, которая мне не очень-то нравится. Это чисто человеческая классика, а не небесная и не божественная. Там люди просто друг без друга убили друг друга, как говорится. Ну, убили себя, вернее. А я говорю о другом. О кармическом, о божественном предназначении. То есть, если человек обретает настоящую любовь и встречает ее, обретает вначале себе, а потом ее встречает, то либо он будет с этой любовью, значит, она действительно его, и будет жить, как говорится, долго и счастливо, как все сказки трактуют в таких вот ситуациях. Либо, если не встречает, или неважно встречает, значит, погибает этот человек. Или любимый погибает. То есть, жизнь заканчивается, понимаете? Без любимого человека жизнь заканчивается. Я имею в виду вот, о чем идет речь. Что если человек наработал себе
настоящую любовь и встретил ее, он уже не может погибнуть, ничто не может помешать им быть вместе, понимаете? Даже законы в государстве, они могут измениться и оставить их вместе, разрешить им жить вместе. Какие бы законы ни были, даже самые жестокие, они изменятся. А если не так, тогда смерть. Тогда, значит, любовь была не настоящей, вы скажете. Я скажу, вот как раз-таки она настоящая. Но там очень важно в самой любви основа. Это вера в любовь. Вот смотрите, что сейчас я для вас открою. Огромный секрет, который на планете никто не знал. Он происходит прямо вот сейчас. Это чудо в эфире. На ваших глазах вы сейчас услышите удивительное, что оказывается, божественная любовь прежде всего еще подразумевает веру в эту любовь. Понимаете, Всевышнему не нужна вера слепая, он не поводырь слепцов, ему нужна вера осознанная. Так вот, любовь осознана тогда небесная и божественная, когда в нее человек верит. Вы понимаете? То есть мало того иметь божественную любовь, надо еще в нее верить. Если человек в нее не верит, он ее потеряет. Он может погибнуть. Скорее всего, погибнет. Поэтому здесь вот очень опасный путь, тернистый, ужасно. То есть если человек решил обрести свою любовь, настоящую, божественную, небесную, то он должен наперед знать, что за такую любовь, если он в нее не поверит вдруг, ему придется расплатиться жизнью своей. Да-да. Здесь либо вера в эту любовь, и ты с ней живешь долго и счастливо, обретая ее, либо не вера, а значит гибель и смерть. То есть бойтесь настоящей любви, если не верите в нее. Вы скажете, а как же отличить, вот, что я уже встретил настоящую любовь? Ну, я сегодня буду вас немножко поучать в этом направлении, как обрести настоящую божественную небесную любовь. И вы поймете ее. Но главное, в нее еще верить. Вы скажете, а что значит верить в любовь? Ну вот в небесную. И вообще, можно, может, и в обычную-то любовь можно верить. Я вам скажу, что в обычную любовь можно и не верить, а можно и верить. Но здесь факторы совершенно другого исходника. То есть другие будут исходные данные. Если человек в обычной любви не верит в нее, ну да, у него какие-то проблемы начнутся, он потеряет связь с любимым человеком, охладеет к нему или будет мучиться какое-то время. Но все пройдет как бы более-менее гладко, как обычно у профанов, у людей, не посвященных таинству первопричины. Профан – это не оскорбительное слово. Это человек, не посвященный таинству первопричины. Так вот, значит, если небесная любовь, то там вера совершенно другого качества. Там вера божественная. То есть человек верит в это, в такую любовь, как в божество, как в проявление божественности. То есть человек становится божеством, воссоединяясь со своим любимым человеком. Они становятся божеством, частью божественного мироздания. И если человек в это вдруг резко по какой-то причине не поверит, он погибнет. Потому что божество либо есть, либо его нет. Оно, Бог, да, дал так его нам, вот это состояние. И это состояние не может существовать на какую-то часть или наполовинку, а только цельно. И все-таки, что ж такое верить в любовь, вот в божественную любовь? Что ж такое это вера? Вера – это принятие, открытие, то есть человек полностью отдается этому состоянию, трава не расти, он готов, он просто готов на все, и он обо всем в это время забывает. Вот самое удивительное, если человек готов на все, даже на гибель свою, он в это время забывает о всяких невероятных и неприятных моментах. И тогда у него включается вот этот луч божественности, который преодолеть ни одно невежество не может. Ничто, никто, никогда, нигде не помешает такому человеку любить. То есть, получается, существует любовь и существует еще вера в свою любовь. Да-да, уже
ту, которую ты даже, может, и обрел. И если ты потеряешь веру в свою любовь, тогда будет смерть, если эта вера была в любовь божественную, небесную. Ту, в ту, которая уходит за пределы жизни твоей. Верю в божественную любовь, это значит, принимаю все. Рассказ такой интересный, литературный есть, где сын несет сердце матери, вырвал его, а мать говорит: сыночек, не упади. То есть она согласна даже с любым негативом, потому что она верит в свою любовь. Конечно, не очень приятный пример, но он очень контрастно поясняет нам, что ж такое вера в любовь. Это когда человек принимает все, и положительное любое, или отрицательное любое, все принимает в этом божественном состоянии. Абсолютно все, полный интеграл. Я имею в виду даже проявления, он готов на любые проявления среды вокруг, то есть людей, мнений, законов, чего угодно. Он на все готов, и тогда все отступает, и эта любовь светится, и ей никто не помешает. Но здесь чуть-чуть сомнения и гибель, потому что божественная любовь не может быть даже на 99%, а только на 100%, то есть полная. Настоящая божественная любовь способна переноситься с любого объекта на объект. Вы скажете: стоп. Всеслав, ты же сказал о божественной любви. А значит, если ты божественно любишь кого-то, то другого как ты можешь полюбить? Ты же вот любишь вот этого, и все, единственного и неповторимого. А я вам скажу, что божественная любовь — это навык души. Вот теперь я вам открываю таинство и тайну. Что оказывается, божественная любовь отличается от обычной любви не привязанностью к человеку конкретному за его какие-то достижения, как он перечислял в Велине, он занимался у меня, и вы можете другую передачу посмотреть по любви нашего канала. Вот, за какие-то там деньги его там и так далее. А это другое совсем. Это внутреннее божественное состояние. Готовность любить. Готовность и вера в эту готовность. Непреодолимая вера. И тогда человек способен переносить, извините за такое грубое сравнение, с объекта на объект. То есть с девушки на девушку, да, с парня на парня. Но это не то, о чем мог кто-то подумать. Это не проституция. Нет, совершенно. Это имеется в виду, что человек способен любить весь мир. Весь мир. Через вот эту логику переноса с одного объекта на другой, с одной девушки на другую, с одного парня на другого парня, если это девушка, с кошечки, с собачки, с кустика, с дерева, с облачка. Ведь любить в божественном мире можно все. И вот этот навык души способен любить все совершенно, понимаете? И его преодолеть невозможно. И когда человек встречает какого-то другого человека, он способен его полюбить. Причем, встретив другого, он тоже способен его полюбить. Третьего, и десятого, и двадцатого, и какого угодно. То есть божественная любовь способна полюбить любого человека. То есть парень, обладая божественной любовью, способен полюбить любую девушку, любого возраста, любой красоты или некрасоты. Также и девушка способна полюбить любого парня, любого возраста, любой красоты и некрасоты. То есть божественная любовь – это удивительная, удивительная сила. Вы скажете: а как же тогда, ну какая-то привязанность, что ли? Ну вот он, говорится, любит, а потом разлюбил, да, и другую начал любить. И тоже божественно. Это какой-то Вавилас, что ли? Я вам скажу, что когда человек божественно кого-то любит, то другая сторона обязательно отвечает взаимностью. Обязательно.
И такой союз держится сколько угодно, совершенно сколько угодно. Да, Велини, Царствие Небесное, которое сейчас строится на земле, является абсолютным проявлением божественной любви. Но здесь надо сказать вот еще о чем. Что человеку, любому из нас, из вас, телезрители, понадобится наработать навык любить божественно. Дело в том, что настоящая божественная небесная любовь – это всея любовь, это прежде всего навык души. Да-да, именно любовь божественная – это навык души. Извините за такое сравнение. Если вы научитесь ездить на велосипеде, на любой марке велосипеда, на больших, маленьких, одноколесных, трехколесных, всяких, и в любых обстоятельствах, при дожде, при гололеде, на Луне, в космосе, ну я шучу, конечно, но все-таки в каждой шутке есть доля правды. То есть во всех обстоятельствах научитесь ездить на велосипеде. Вы обретете совершеннейший навык езды на велосипеде. Правильно? Так вот, то же самое и здесь. Абсолютно. Если вы научитесь любить всегранно, всеобъемно, то есть божественно, то вы сможете любить все мироздание, якобук. К этому-то и наш путь идет, каждого из вас. И мы строим Царствие Небесное на земле, чтобы все обрели такую любовь по подобию нашего Всевышнего. А как же ее нарабатывать? Существует два пути. Первый путь – это воображение человека. Воображение человека, заключающееся или зиждущееся, основывающееся на следующем. Парень, допустим, смотрит на девушку какую-то и воображает себе, а вот вдруг случись, что вот он бы с ней был и мужем ее, а она женой. Смог бы он ее полюбить? Говорит, ну нет, мне не нравятся ее зубы, мне не нравятся ее волосы, или манера, или голос, или еще что-то, да? Ну не знаю, ну мало ли что не нравится. Так вот я вам скажу, что вот это все, что не нравится, это придется преодолевать. Потому что когда человеку что-то не нравится, это и есть его судьба, это и есть записи в кармической книге, это и есть карма ваша. Чем больше вам что-то не нравится, тем больше придется к этому когда-то приловчиться и научиться любить это. Так устроена карма. Все грани придется познать и полюбить. Поэтому надо расслабиться, надо посмотреть. А действительно, вот я бы смог жениться на этой девушке и полюбить ее по-настоящему. Ну, конечно, бы смог, потому что парень начинает видеть ее лучшие стороны, начинает себя приучать, что это вот безвыборно, что вот он с ней и только с ней сможет быть счастливым и так далее. И когда человек вот так смотрит, он начинает понимать, что он действительно может ее любить. А если это, вот представьте себе, единственная девушка на планете, он себе, вот воображение этот парень представляет, да еще на каком-то необитаемом острове, волей-неволей придется ее любить, единственную. Поэтому надо и смотреть на нее, как на единственную. Именно, подчеркиваю, как на единственную. И научить себя любить этого человека. Не научите, значит, будут какие-то нюансы, которые не доработаете в жизни. И обрести божественную любовь не сумеете. А она либо есть, либо ее нет. Я вам скажу, что карма так вот интересно устроена, что я сколько вот знаю своих соучеников, просто много консультаций проводил, помогал семьям, просто людям одиноким. И часто слышал такие вещи. Допустим, парень говорит, мне очень не нравились зубы у человека, у девушки, если они вот, знаете, немножко напоминают лошадиную улыбку такую, да, вот такие крупные такие, да, немножко с деснами. А, говорит, очень не нравилось, потому что была у него какая-то там девушка, которую он любил,
А вот у нее такие зубы были. И он бы вот и рад бы на ней жениться, а вот зубы ему не подходили, понимаете? Ну, как вот совсем в сказке про дюймовочку: вы не нравитесь моим друзьям. А все хорошо, а зубы ему не нравятся. Ну, что поделаешь? Ну да, могут такие вещи быть. Хорошо. Самое интересное, что этот парень, он потом женился. Женился на девушке, и потом уже вдруг узнал, что у нее передние зубы были когда-то санками выбиты. Санками выбиты. С горки она спускалась, и ей выбили все передние зубы, и они вставные. И когда он это узнал, он был шокирован. То есть все равно ему карма подсунула девушку, которую он полюбил, но вот с такими зубами. Все равно, видите, получилась отработка. Ему пришлось это встретить и отработать. Вот так устроена карма. Вы хотите так жить? Значит, надо как-то по-другому жить. И чтобы по-другому, надо учить себя. Итак, рассматриваем, рассмотрим первый вариант воображения. Вы смотрите на другую девушку. Или на другого парня. Девушки сейчас, слушая меня, могут понимать, что они смотрят на другого парня. И думают, а вот можно с ней, или можно с ним жить? Можно от него детей иметь? И вот она должна себя приучить к этому. Да, я могу от него детей иметь. Да, вот так и так. Да, вот это мне нравится, вот то нравится. Ну, ничто, что у него денег нет, ничего страшного. Мы заработаем вместе. Ну, и так далее. То есть, девушка или парень начинает себя приучать и ищет вот эти вот грани, которые нравятся, а которые не нравятся, оправдывают и тоже к ним привыкают, и тоже их любят. Понимаете? Вот чем больше вот таких вот воображений игр, тем лучше, и лучше, когда они идут из мальства. То есть, может быть, ну, лет с 10, с 9, там, с 8, у девушек уже и с 8 начинается возможность любить, потому что они уже приблизительно представляют, какой у нее муж будет. Даже у девочки 10-летней точно знают, какой у нее будет муж. Практически они уже это знают. Ребята, парни, они немножко позже развиваются. Ну, сейчас не об этом речь, не в статистику мы пойдем. Итак, это первый, да, вариант воображения. Сколько нужно нарабатывать? До какого предела? Когда вы чувствуете, что вы уже совсем в нее влюбляетесь, там, в эту девушку или в этого парня, вот останавливайте себя. То есть научитесь останавливать себя вовремя и отучать. Ведь это же навык души, то есть навык езды на велосипеде. Вы же не привязываетесь к конкретному велосипеду, иначе это какое-то безумие. А вы можете ездить на любых велосипедах, понимаете? Поэтому здесь важно вовремя остановиться и отучать себя. То есть не в смысле, что вот вы ее не любите, а просто вот отказали себе в контакте воображения, в своем воображении, и идете дальше. Еще другую какую-то девушку, какой-то объект. Это может и на работе быть случайная знакомая, фотография в интернете, и все что угодно. И опять начинаете нарабатывать что? Любовь к человеку. Ко второму будет легче наработать любовь. Это вот все равно, что полиглот осваивать второй, третий, десятый язык. Да? И когда уже будет много вот таких вот освоений, вам будет очень легко, вы заметите это, влюблять себя в совершенно в любую девушку или в любого парня и понимать, что ты вот ее муж или ты вот его жена. И легко переносить, то есть легко будете переключаться на другого парня, на другую девушку. Во как интересно, да? И вот когда у вас отработается, наработается вот такой навык, тогда вы сможете уже быть готовыми для того, чтобы материализовать уже свою настоящую божественную любовь. Конечно же, почему вот я сказал, что есть два варианта. Первый вариант – это вот самый такой настоящий человеческий. Да? Это же можно нарабатывать и через чтение художественной литературы, через просмотр художественных фильмов, и через просто вот воображение реальное, но не более того. Да? А мы сейчас живем с вами в реальном мире, в котором существует и проституция, существует и просто вот девочки и парни, которые начинают заниматься любовью уже с 12, с 10, с 14, 16 лет. Вот этот второй вариант для них, для тех, которые без остановки уже пытаются ощупывать друг друга. Конечно же, все эти ощупывания плохие, потому что первый мужчина девушки, он, когда прорывает девственную плерву, входит в нее астрально через темечко, она боится, и через ее испуг он выходит и
ищет детей, да, к нему начинают приближаться дети. Поэтому все дети от первого мужчины, даже если ты будешь замужем за третьим, десятым. Но это отдельный разговор, в одной из передач я об этом говорил уже, посмотрите. Так вот, здесь речь идет о другом. Здесь речь идет о другом. Наработка. То же самое, что в воображении, второй вариант, но только уже реально, да? То есть, ну, начинает сожительствовать муж с человеком и воображает, что это вот муж или это жена. Или любят, встречаются, да, и тоже понимают, что это вот муж и жена. Примиряются как бы друг к другу. То есть, это вот как бы современное, да, такое представление о любви. Хотя я его совершенно не принимаю, потому что вы будете тогда воспитывать чужих детей. Я часто иду по улице, смотрю, какой-то мужчина идет или парень улыбается, счастливый с ребенком, а я очень хорошо, сенситивно считываю такие вещи, и я вижу, что ведь он же радуется, а радуется он не своему ребенку, хотя вроде физиологически он похож на него. Это не его ребенок, у нее был другой первый мужчина. Страшно, страшно, когда человек радуется пустоте. На самом деле его детей нет, и у него нет ребенка. Но они об этом сейчас печальном. Мы о радостном говорим. Итак, наработка. Наработка живьем уже. То есть человеку, тогда, раз уж современный, как говорится, в кавычках, он и спит тогда с девушкой с этой, или с парнем она спит, и воображает себя женой, а он воображает себя мужем там и так далее. То есть вот такие тогда наработки. Ну, тогда это целый калейдоскоп пройдет, понимаете, пока наработаете. Но детей ваших уже не будет, лично ваших. У девушки-то будут всегда свои дети. А вот у парня, если он встретит девушку и женится, которая уже была в постели со многими, и очень даже многими, то, понятное дело, он своих детей не будет иметь. Но это уже издержки, как говорится, цивилизации и современности. Выбор за вами. То есть то же самое здесь получается во втором варианте, но только уже живой контакт. Ну, он где-то даже еще, может быть, в какой-то мере попротивнее может быть, понимаете? Потому что там придется действительно реально целовать некрасивую девушку или парня и отдаваться ему или ей. И, в общем-то, много вот таких вот вещей, там не воображение, там реальность. То есть, с одной стороны, это лучше, крепкая наработка, а с другой стороны, хуже, потому что это извращение все равно, понимаете? Это издержки вот этой, и негативные издержки нашей современной цивилизации, которые, естественно, при строительстве Царствия Небесного отпадут за ненадобностью. Они уйдут навсегда и покинут человечество. То есть вот наработка получается обязательно навыка души, привыкает человек до определенного состояния момента и потом резко уходит в сторону. Да? И только после этого он может создавать образ любимого человека, и материализовывать его. А вот как создавать образ любимого человека и как его материализовывать, это я всех приглашаю ко мне заниматься. У меня есть такое, да, преподавание, такая тема, формула любви называется. Я вас научу и этой формуле. Но вкратце, чуть-чуть, запах этой формулы, напоминание и... Умный человек все равно догадается, есть уже в моем художественном фильме, который я снял, «Сказка любви 2010». Можете уже посмотреть, и многое там будет понятно. А вообще-то приглашаю ко мне заниматься, чтобы действительно реально научиться материализовывать любимого человека. И вот когда материализация любимого человека происходит, вот тогда-то, вот с такой наработкой, с таким навыком души, тогда-то человек и способен уже встретить и полюбить так, неповторимо и небесно, что все, этот человек будет единственный у него в мире, и божественно любить он его будет. Вот такой тернистый путь к настоящей любви. И не забывайте, что встречая настоящую любовь, дальше все, либо она с тобой, либо смерть. Карма, она быстро в записи вашей книги сделает запись вашей кармической книги, что все, конец, да, кирпич на голову упадет и конец. То есть вера в свою небесную любовь, которую вы обрели как навык души по первому и второму, или второму случаю, да, варианту наработки этого предмета. Все, уже нельзя эту веру потерять. Чуть сомнения, тогда смерть, понимаете. Если вы действительно стремитесь к такой любви, то это великое счастье. Потому что именно такая любовь способна давать человеку бессмертие, открывает путь к бессмертию. Именно такая любовь открывает путь
в страну Царствия Небесного, но именно на земле построенного, а не на небесах, на земле. И именно вот такая любовь дает истинное божественное наслаждение жизнью. Но наслаждение не как халява, понимаете? Мы привыкли к такому неприятному понятию. И не как ленивое такое состояние, да, воспринимается. А как к естеству, как к объединению всего мироздания. Вы увидите, что через любимого человека, через такую божественную любовь вы сможете любить всех и вся. Всех и вся совершенно. Вот смотрите, Господь уже всех и вся любит, да? А нам, чтобы научиться так любить, я уже сказал, вот нужно прийти к этому состоянию, навык наработать, и потом обрести объект любви, и через него раствориться в нем так, что полюбить всех и вся одинаково. То есть после этого нужно, обретя эту любимую свою девушку или парня, объединившись с ней или с ним энергетически, в цельное состояние войдя, вы сможете любить вся и все, и всех. Абсолютно все, что только есть в мироздании. Потому что такая любовь способна открывать тогда лучи любви ко всему. Абсолютно ко всему. И чуть-чуть без этой любви человек гибнет, все, его не будет. Да он и не сможет от нее отказаться, он будет верить в нее безгранично. Там определенно есть момент, точка невозврата, когда уже вера полностью израсходована, она израсходована на цементирование, на объединение вот этих двух любящих сердец. И все, уже дальше невозможно ее потерять, потому что веры уже нет, она стала цельностью, то есть она стала кругом, она замкнула два любимых сердца, и их разорвать уже невозможно. Вот такие-то люди и должны жить, будут Царстве Небесном, построенном на земле, которое сейчас уже строится. Удивительно, но только сейчас я начал понимать, что в действительности вечная любовь, она существует. Именно та любовь, которую еще описывали древние мыслители в своих трудах, поэты в своих произведениях или влюбленные в письмах к своим любимым. Это Царство Небесное, который строится именно сейчас и здесь. Подскажите, может ли навык души любить быть инструментом познания вечной божественной любви? И может ли навык любить зависеть от возраста человека? И вообще, можно ли людям разных возрастов каким-то образом ограничивать возможность любить? Во-первых, отвечая на этот вопрос, Велиния, скажу следующее. Царствие Небесное приходит не на год и два, а приходит навсегда. И для того, чтобы в нем жить, придется быть бессмертным. То есть обязательно быть бессмертным. Следовательно, о каком возрасте может идти речь? Совершенно ни о каком. И для того, чтобы что-то начало меняться в человеке, в его даже физическом теле, для этого ему необходимо, как минимум, поверить в это, как минимум, иметь причину для этих изменений. Я помню, сказал своему соученику: встань и выключи свет просто так. Говорит: да нет проблем, сейчас встану и выключу. Раз — и выключил. Я говорю: разве ты выключил свет просто так? Он говорит: ну как, ну конечно. Потом почесал затылок, говорит: нет, не просто так. На гордыне. Я говорю: да, конечно, на гордыне. А просто так ничего ты не сделаешь. Ты не сможешь даже подняться с места, чтобы пойти и выключить свет. То есть обязательно должна быть причина для любого вашего действия, деяния в жизни. Понимаете? Поэтому если вам сегодня уже достаточное количество лет, и вы чувствуете, что хотите любить, и хотите изменить свое тело, не пластическими операциями, да, а именно воздействием своей мысли, своими чувствами повлиять на него, программу поменять, физиологическую, а это именно и придется делать в Царстве Небесном, чтобы войти в него, вы найдете причину, вы будете искать. А какая причина, какой стимул? Нужно освежить все чувства, правильно? То есть чувства должны стать
детскими, чувства должны стать юношескими, молодыми. Ну, к примеру, если это мужчина, он ставит себе задачу, говорит, я вот беру, говорит, и засватываю вот эту девочку, ей 9 лет. Все думают, ну шок, с ума сошел. Да ничего подобного. Он начинает думать иначе о себе. Он начинает, естественно, занимался, если у меня, да, он получит гораздо быстрее все возможности и перспективы измениться. Он начинает иметь причину выключить свет, помните, или включить его. И он начинает готовить свое тело быть молодым. И оно начнет молодеть. У него есть причина, пока девочка растет, его жена будущая. И он будет молодеть обязательно. И они потом сравняются. Вы знаете, Будённый, он женился, по-моему, в 54 года, а ей было 17 лет. И самое интересное, что он прожил очень долго, во-первых, по-моему, 98 лет. И в конце жизни они были очень похожи уже друг на друга. То есть у них даже не виделась разница, понимаете? Вот в чем дело-то. То есть оказывается, даже вот просто непосвященные люди все равно понимают, что это продолжение жизни, понимаете? Продолжение жизни и возможность, причина поменять свое тело без всяких пластических операций. Но это не значит, что тот человек уже, значит, как-то будет себя вести некрасиво и будет страдать какими-то отклонениями. Нет, он со свата, он ждет. Когда человечек подрастет, а он меняется в это время. Понимаете, это очень важные вещи. И даже если ему не удастся там, допустим, жениться именно на этой девочке, девушке потом, но он изменится, у него была причина для изменения, понимаете? Это тоже великое счастье. Но я думаю, что все равно у него все получится так, как он задумал. Поэтому не стесняйтесь возрастов в любви. Любви все возрасты покорны. Вот именно в этом лежит корень и суть этого произношения, этой мудрости человеческой. Учитесь жить дольше. И не просто дольше, а всегда. Царствие небесное приходит на землю навсегда. То есть оно будет вечно. Учитесь жить вечно. Забудьте о возрастах. Любите друг друга. В этой же 15-й передаче о любви, когда вы говорили о навыке любить, вы сказали, что он возникает тогда, когда человек хотя бы один раз в своей жизни, занимаясь любовью, соприкасаясь губами со своим партнером, а также когда они взаимопроникают своими телами друг в друга, испытает трепет сердца. Соответственно, у меня возникает вопрос, является ли трепет сердца проявлением божественной любви? И как этот трепет сердца должен проявиться? Только физиологически или же также как-то и энергетически человек его должен почувствовать? И почему именно трепет сердца, а не какого-то другого органа человека? И вообще, кстати, тут я бы хотел еще доуточнить, сердце должно включиться только у одного из партнеров или же и у мужчины, и у женщины одновременно, для того, как вы опять же говорили в вашей передаче, чтобы сформировался своеобразный божественный круг. Ну, насчет божественного круга скажу пока коротко так, что люди материализуют друг друга. Кто из двух, как выразился Велиний, партнеров материализовал другого, у того-то и будет трепет, а у другого все будет идентично, и любовь будет гармонично взаимной, молниеносной. Поэтому мы сейчас просто скажем о трепете сердца. Дело в том, что сердце – это автономный орган, который даже вырванным какое-то время может автономно работать, функционировать. Но это чисто физиологический, да, подход. А энергетически сердце – это подключение к кармическому опыту человека. То есть кармический поток идет через сердце человека. Через сердце человека. И он проявляется во всем физическом теле, в душе, в разуме, в событиях и так далее и тому подобное. И поэтому сердце – это первое, что реагирует на что угодно. Я помню,
как-то был в каком-то, забыл уже, в медицинском учреждении, и, ну, обычно профилактический, да, осмотр, в том числе и УЗИ, там, сердце смотрели, а случайно заглянула моя первая жена туда. Вы знаете, во-первых, сердце у меня тут же среагировало, моментально среагировало так сильно, что человек, который, медсестра, да, смотрела, врач, в это время на мониторе, как работает мое сердце, вдруг говорит: надо же, я первый раз вижу, как вот сердце так вот реагирует на человека, на любимого. А понимаете, какая вещь открывается? Что сердце – это вот тот самый первый орган, который даже физиологически реагирует на любовь, на любимого человека. Оно начинает ласкаться к нему первым, оно его чувствует, запах, и бьется для него, понимаете, да? Это очень важные, серьезные вещи. И поэтому, когда вы испытаете вот этот трепет относительно какого-то человека, то есть сердце прямо затрепещет. Нет, это не аритмия, а это именно вот, вот трепет такой вот возникнет на фоне образа этого человека. То считайте, что вы уже подтвердили, что это и есть тот самый ваш любимый человек. По крайней мере, вы подтвердили, что вы научились любить. Это точно. Если вы один раз в жизни испытали вот такой трепет относительно какой-то девушки или парня, мужчины или женщины, неважно какой возраст у человека, то все, вот с этого момента у вас навык любить, божественной любви уже обретен, он есть. Поэтому я вам скажу, что трепет испытывает мало кто. Мало кто имеет вот такой навык любить, чтобы вот такой трепет испытывать. Когда я включаю телевизор, я вижу, что многие телевизионные передачи построены таким образом, что мужчины и женщины воспринимают мир по-разному. И, кстати, многие знакомые девушки, периодически я от них слышу, как они говорят, что мужчина не способен любить. Они аргументируют это тем, что мужчины заняты постоянно зарабатыванием денег, проявлением каких-то своих волевых мужских качеств, а девушки напротив. Они вот такие высокодуховные, высокопарные личности, и только поэтому способны понять, что такое любовь, и, соответственно, полюбить. Хочется вас спросить, есть ли какие-то отличия в наработке навыка души любить у мужчин и у женщин? Хотелось бы уже найти вот этот вот ключик к двери истины, чтобы понять этот вопрос. Да, действительно, разница между наработкой навыка любви, между наработкой парня и девушки есть. То есть мужчина и женщина нарабатывать будут, исходя из разных опорных точек. Мужчина любит глазами, да? Глазами и чувствами своими. Чувства его вызывают в нем эрекцию. И не только его мужского достоинства, но и всего его существа. И он истинно любит чувствами. Истинно любит. У женщины любовь другого порядка. Она основывается на животе. Потому что ее предназначение – это рождение дитя, это воспитание дитя или детей. И поэтому женщина любит животом. А животу у него разные потребности. Ведь в животике сидит малыш, или будет сидеть, и он должен иметь крышу над головой, он должен иметь еду какую-то, одежду. Видите, как практично девушка, женщина наперед, да, потому что любит животом. И многое другое. А значит, что для девушки уже важно? А какое место социальное занимает ее мужчина? А сколько он зарабатывает? А как он вообще относится к детям, именно любит или нет, и будет ли помогать их воспитывать. То есть и многое-многое другое.
Так о какой же любви тогда идет речь, вы сами понимаете. Так кто же умеет любить тогда? Мужчина, который абсолютно бескорыстно умеет любить чувствами своими, да? Или женщина, которая любит животом? Я думаю, что вывод однозначный. Однозначный, что женщина не может любить на равных с мужчиной. Не обижайтесь, девушки. Это природа так предусмотрела. Но вот в этом-то и есть суть наработки отличия, да? Наработки вашей, наработки божественной любви, вашей женской от мужской. То есть разные опорные точки в любви. Мужчина, он будет нарабатывать отношения, да? Он будет нарабатывать отношения. Женщина что должна нарабатывать? Да все то же самое. Мужчина должен ближе к животу стать, то есть полюбить детей там и многое другое, да? А женщина должна стать ближе к чему? К мужчине. То есть она должна найти в себе мужские вот эти чувства. То есть не только животом думать. И уметь любить мужчину и без денег, и в шалаше, и как угодно, понимаете? И именно его. За его голову, за его страсти, за его внешний вид, за какой угодно, понимаете? То есть все в совокупности должно быть. Вот женщинам нужно научиться любить бескорыстно, потому что вот как они любят от живота, это называется в мире корыстно. Но с другой стороны, трудно их обвинить, потому что природа так предусмотрела, да? Ну какая может быть корысть, когда она заботится о поколениях, и они не должны вымирать, правильно? Ну а с другой стороны, вы же сами понимаете, к чему тогда такие поколения, которые будут только крышу над головой иметь, хорошо одеты, поглажены и так далее, накормлены, но совершенно тупые, да, глупые и так далее и тому подобное. А ведь подавляющее большинство мужчин, которые развиты интеллектуально, высокодуховно, к сожалению, так вот устроено мироздание, не имеют огромных денег. В основном они не очень-то обеспеченные люди. И, естественно, их девушки начинают обходить стороной. Так кого же они тогда продлевают? Какой род? Род кого? Грабителей, род бандитов, они же богатые, да? Род каких-то извергов, политиков и так далее и тому подобное. Кого они рожают? Их. Их таких же, подобных им. А настоящие ребята оказываются в стороне, третьим сортом, и вынуждены рожать непонятно каких детей или вообще не рожать их. Значит, делайте выводы для себя, девушки. Вам надо научиться любить как мужчине. Почитайте, что такое мужская любовь, и услышьте меня правильно. Мужчина любит сердцем, любит глазами, любит чувствами, душой. Он эрективен. Если у него не будет такой любви, у него не будет даже эрекции на вас. Никакой совершенно. Он не захочет с вами иметь детей даже. Вы не сможете. Понимаете? А у вас любовь другая. У вас голова кружится, если у него полные карманы денег, понимаете? И вы уже любите его. Я не хочу на всех девушек так говорить. Есть девушки очень настоящие, и таких немало. Но я специально подчеркиваю вот такие негативные стороны, что вот таким девушкам рекомендую научиться любить по-мужски. И вообще проще действительно научиться любить по-мужски для девушек, а для ребят немножко добавить любви женской, то есть к животу поближе. И тогда они начнут понимать друг друга, и все будет нормально. Конечно же, много здесь подробностей, и мужская энергия, и мужское начало, и женская энергия, женское начало, и многие взаимоотношения. Все это мы проходим у нас на занятиях. Пожалуйста, приходите заниматься, и вы научитесь в подробностях так любить друг друга. Слушая внимательно ваши ответы, я понимаю, насколько важно наработать в себе навык любви. Подскажите, пожалуйста, как его нарабатывать? Есть ли тут какая-то этапность? Да, Велине, здесь, конечно же, есть этапность по наработке. Понимаете, уважаемые телезрители, мужчина – это прежде всего творческое начало. Мужчина олицетворяет собой творчество. Женщина, прежде всего, это энергия, это энергетическое начало. И мужчина пьет эту энергию и вдохновляется на еще большие подвиги и победы,
и прославление не только женщины и Бога, а вообще всего мироздания, всего, что только есть. Ну, неспроста у девушки, у женщины должны быть длинные волосы, тогда она больше может накапливать энергию и вдохновлять мужчину. Короткие волосы, они не дают такого потока энергии. И женщина, девушка с короткими волосами, она очень быстро растаскивается средой. Нет, я не говорю, что она стареет там или как-то еще, но у нее совершенно другие уже потенциалы. Я сейчас не хочу об этом говорить, это отдельные разговоры и отдельные, возможно, передачи и нюансы, как любит это говорить слово, Велине нравится оно ему. Ну, что ж, нравится и нравится. Так вот, мы сейчас поговорим о этапности. Помните, я в самом начале передачи говорил о двух вариантах наработки божественной любви. Так вот, и первый, и второй варианты, они будут одинаковы совершенно вот для этапности. Первый этап – это вы воображаете девушек или парней, или же реально с ними вот встречаетесь и даже любите уже друг друга. Но именно тех встречаете и любите, или воображаете, которые именно нравятся. То есть только тех, которые нравятся. Вот неважно чем, но нравятся. Ножками, там, глазками, характером, душой, мышлением, чем угодно. Вот нравится. И вот это состояние, да, отрабатываете. Его, вернее, нарабатываете как навык в свой будущий. Это вот первый этап. Когда вы будете нарабатывать первую часть и закончите ее, то есть ее продолжение первой части. То есть вначале, видите, я вам рекомендовал нарабатывать только любимых, то есть тех, которые нравятся. А потом вы переходите на тех, которые не нравятся вам. Это продолжение первой части. Ну, как бы ее второй этап, что ли. То есть продолжение первого этапа и второй этап, первый этап, можно сказать так. Нет таких людей, которые вообще вам не нравились. Ну, не бывает. Хоть что-то в ней нравится. Кожа, волосики, ушки там, я не знаю, губки. Но хоть что-то все равно в любом самом, извините, корявом человеке что-то будет нравиться. Обязательно. Поэтому мы исключаем такой вариант, что будете вы влюбляться в тех, которые вообще не нравятся. Просто вы будете находить ту девушку или того парня, в котором что-то не нравится. И вот в таких себя влюблять. Это очень важный момент. Интеграл получится. Первая часть, да, это только те, которые нравятся. Потом переходите на тех, которые не нравятся. И потом только ко второму этапу. Вот, не забудьте об этом, что не только те, которые нравятся, но и которые не нравятся, вы их тоже будете обязательно осваивать в своем сознании. Можно сказать, когда 10, 15, там, может 20, 30, у всех по-разному вот таких вот влюбленностей произойдет, грани разных, может и больше гораздо, то надо переходить ко второму этапу. Вы это почувствуете. Вы это почувствуете. Второй этап – это непосредственно интегралы уже, разница. То есть вот человеку очень хотелось бы парню, допустим, полюбить суперфотомодель какую-то. Ну, сами понимаете, это не всегда реально, да? Но при наработке первого этапа, правильной наработки, второй может осуществиться, действительно материализоваться. Не хочу сейчас забегать вперед, но когда я занимался наработкой собственной навыка любви, то у меня материализовывались удивительные вещи. То есть, если у вас, допустим, к фотомодели какая-то любовь, тогда ради Бога. Воображение, если это у вас воображением вы нарабатываете навык души, пожалуйста, воображение, это очень легко отработать. Можно смотреть кучу фильмов об этом человеке, собирать его, коллекционировать фотографии, там, может переписываться с ним, а может даже и перезваниваться. А если это реальные какие-то контакты, да, у вас по-другому нарабатывается, то вы, может, и даже с ним будете встречаться и даже пытаться быть мужем и женой.
понимаете? То есть здесь ограничений нет. Но вот эти интегралы важны. Один, два, три, сколько у вас там их в душе-то накоплено? Кто-то, наоборот, хочет влюбиться в пожилую женщину, какой-то молодой парень. Да ради бога, отрабатывайте это. Кто-то хочет в супермолодую девочку влюбиться, ну, исключая нарушение законов, естественно, да? Начинайте работать либо в воображении, либо тогда живьем. То есть ищите встречи, или же думайте, материализовывайте ее. Кстати, насчет второго варианта, насчет материализации и задумок, и созданий таких вот интегральных образов и материализации действительно их, вы можете вполне, у меня занимаясь, в общем-то, осуществить все ваши мечты, так сказать. И, по крайней мере, многие точно. Ну уж интегралы вы точно соберете, без проблем. Может, не конкретный, прямо какой-то там человек, от английской королевы по кровям, да, придет к вам. Но тоже весьма достойная личность, и вы будете довольны. Вы отработаете это. То есть это вот второй этап. Интегральные образы любви ищите. Либо в воображении, либо материализовывать. Насчет материализации сложнее. Вот придется, видимо, даже у меня позаниматься. Или же, ну, хотя бы почитать какие-то книги, мои труды. Или просто почесать затылок и подумать, а как тогда это делать. Потому что, ну, во-первых, в передаче обучать этому я маленько не могу. Или выпускать целый цикл передач. А во-вторых, вы же не знаете очень много других материалов, которые у меня преподаются. Их тоже надо знать. Поэтому тут два пути. Либо у меня позаниматься нужно, либо тогда сами пытайтесь все для себя открывать. А насчет воображения, пожалуйста, вы понимаете, тут все легко. И интегралы любви можете отработать в воображении. Тут очень важный совет. Что в воображении, что в реальности, не забывайте. Если вы встретили девушку в воображении очередную, или парня, или же живьем контактируете, относитесь к нему или к ней, как к человеку, который давно знаком. Можете даже вспоминать какого-то уже известного вам человека ранее, там парня или девушку, черты которого здесь немножечко присутствуют тоже вот в этом другом парне или девушке. Тоже очень хорошо. Допустим, ее зовут Галина. Но она очень похожа не полностью, у нее своя индивидуальная черта, да, отношение к жизни там и так далее. А очень похожа на какую-то там дальнюю знакомую вашу Наташу какую-то, да, раньше. Поэтому вы сразу начинаете говорить с ней как с Наташей. Ну, это другая девушка. И она через буквально час, полчаса, три часа, она уже вас воспринимает как самого близкого и дорогого человека. Вот научитесь вот именно так относиться к вновь знакомым, к новым знакомым. И это ускорит наработку интегралов любви второго этапа и первого также. Это вот ключик такой. Их много, конечно. Ну, вот в передаче я уже один из них подсказал. Конечно же, при вот первом варианте и втором варианте, при воображении и реальных контактах, нарабатывая навык любви, сложность будет в расставании. Потому что настолько человек прикипает сердцем, душой, разумом, телом своим, что очень трудно бывает и расстаться. А надо расстаться. Надо научиться расставаться. Что делать? Как делать? Я могу опять еще один ключик подсказать. Когда вы встречаетесь с новым человеком, сразу же начинаете делить его на две части. Нет, не с пилой и не с ножами. Нет, нет, забудьте о разных нехороших вещах. Делить имеется в виду, вот улыбка, да, понравилась вам, вы взяли ее, отложили, допустим, направо, на энергетическое право, да. Ну, я шучу, ну, куда угодно, хоть в карман, ну, запомнили отдельно, короче. А другая улыбка не понравилась, с другого ракурса, может, вы ее отложили налево, то есть в другое место памяти своей. И так все буквально, походка, там, порыв ветра, движение голоса, там, ну, все что угодно. Это нравится, это не нравится. Нравится сюда, не нравится сюда. И обращайте внимание только на то, что нравится. А что не нравится, как бы не забывайте, а в сторону откладывайте. Это на потом. И вот только с деталями остаетесь один на один, с теми, которые нравятся. И только их и видите в человеке.
Вот он с вами общается, а вы только на них и обращаете внимание. Скажем, вам нравится там прищур глаз, определенная улыбка, движение головы, там, рук, и еще чего-то, ну, много всего, да? А что-то не нравится. Так вот, вы акцентируете внимание только на том, что нравится. И будете любить этого человека. Но когда вам нужно расстаться, придет пора, вы отодвигаете от себя в сторону, что нравится, можете даже сжечь это энергетически, и оставляете только то, что не нравится. Но вот здесь очень важный момент. Когда вы это оставляете, выставляете вперед, между вами и этим человеком ставите, вам тут важно не возненавидеть его, чтобы он не опротивил ничего. То есть это выставляется только до тех пор, держится перед вами, пока вы не уравновеситесь. Вы почувствуете, что вам этот человек безразличен. То есть не доводите вот это уравновешение негативом, который вы заранее отложили, да, и вытащили при расставании. Доводите только до уравновешения с позитивом. Вот довели до уравновешения, и все. Не доводите до ненависти, до презрения, до каких-то неприязней. Только до уравновешивания, и все, и отходите в сторону. Иначе ваша наработка не будет стоить гроша ломаного. Вот только до уравновешенного. Этот вот еще один ключик я вам подсказал. Еще один ключик подскажу вам. В общении с девушками или с парнями, да, с мужчинами, с женщинами, не забывайте, что когда вы будете говорить, постоянно обращайте внимание на собственный голос. Слушайте его, будто это не вы сейчас говорите, а кто-то говорит. Как бы наблюдаете со стороны, что это вот сейчас не вы говорите, а кто-то говорит. И вы слушаете его. Тоже как бы третье лицо, присутствующее между вами и вашей девушкой, или между вами и вашим парнем, мужчиной или женщиной. Вот голос слушаете отдельно, понимаете? Также с прикосновениями. То есть вы прикасаетесь, а на самом деле со стороны ощущаете, что вот кто-то прикасается к кому-то. Вот такой вот необычный вот вариант для запоминания. Вот эти два приема очень полезны при наработке навыка души. И еще один ключик во время наработки навыка души. Всех девушек, женщин, девочек, любого возраста, женский пол или там мужской, видеть только как родственников. То есть это родственники или родственницы ваши. То есть ко всем легко, свободно, открыто, ясно и принимаемо относитесь. Это очень важный момент. То есть не надо никого гасить, никого отталкивать. Все время в ровной такой улыбке Будды относиться к ним. Это очень важный момент, важная подсказка. Можно ли наработать навык любви, живя только с одним мужчиной или же только с одной женщиной? Хороший вопрос, Велиния. То есть люди могут быть уже замужем или женаты, а навыка любви нет, а хочется его наработать. Как быть? Можно ли наработать навык любви, живя с одной женщиной или с одним мужчиной, как спросил Велиния? Я же скажу вам, да, конечно, можно. Причем оба варианта, пожалуйста, приемлемы. То есть первый вариант – это воображение, а второй вариант – это конкретные, так называемые, похождения по разным девушкам или парням. Но сами понимаете, да? Сами понимаете, что если у вас есть совместные дети, и вы являетесь, допустим, первым мужчиной этой своей девушки или женщины, жены, то как бы дети все равно будут ваши, если она даже пойдет нарабатывать какой-то образ своего совершенства, да, то есть своей вот любви настоящей, навык любви, если у нее не было его. То есть нет проблем. Но если она еще не была замужем, если у нее нет первого мужчины, если она не имеет одновременно этого навыка любви, то понятное дело, ей придется тогда быть с мужчиной каким-то, и потом только, может быть, нарабатывать. Поэтому желательно, чтобы девочку, допустим, там с раннего детства уже приучали вот к этим примеркам, чтобы она в воображении своем уже готовилась и обретала вот этот навык любви. То есть она смотрела на мальчика там или на кого-то еще, да, на мужчину, неважно,
любви все возрасты покорны, и воображала себе вот эти вот разные свои состояния, нравится, не нравится. Да? И вот для такого возраста подходит именно воображение. И об этом могут подсказать родители, школы, детские сады там, и так далее. Вот что сейчас и делается-то, ну, правда, извращенно в Европе. Понимаете? То есть там просто навязывается вот только грубый секс и никакой любви, говорится. А я же говорю о любви именно, о настоящей жизни с человеком, с партнером. Понимаете? О божественной любви. И вот здесь этому могут научить именно родители. Родители. Как правильно развивать свое воображение в этом направлении. То есть не обязательно, что девочка побежит со всеми спать, понимаете? Да еще в таком возрасте. А она начнет через свое воображение уже готовить себя стать женой и будущей матерью и так далее. И настоящую семью обрести. И вот это очень важно. А когда уже женщина уже является женой и не имеет навыка души, вернее, навыка любить, ну тогда ей придется наработать этот навык. Либо наработать через воображение, либо живьем. Тут уж никуда не денешься, понимаете? Тут кто что выберет, я закрываю глаза и говорю, что это выбор за вами. Я просто объясняю, как это делается. А как вы будете это делать лично, вот вы, конкретно слушающий меня сейчас за телеэкраном сидящий, тут я уже ничего не могу вам навязать, вы сами выбираете. Задам я все-таки еще один очень щепетильный вопрос, который, я думаю, возник практически у каждого нашего телезрителя сейчас. Если человеку нужно нарабатывать навык любви, как же тогда ему быть с таким понятием, как совесть? Как ему не обмануть близкого человека и не изменить ему? При наработке навыка души, навыка любви, который мы сейчас разбираем с вами, здесь не имеет места быть такое понятие, как совесть. Здесь есть такое понятие, как долг. Кармический или любой другой, вы, если отдали долг, если вы не должны ничего, то вы имеете право на собственное развитие. Абсолютно. И никто вам не имеет права помешать. Вообще человек имеет право на собственное развитие. Любой человек. Неважно, мужчина, женщина, парень, девушка. Но знаете, что если вы долг отдали, если у вас не пострадают от этого дети, да, если у вас не пострадает от этого ваш супруг или жена, и не пойдут и не повесятся, что вы изменили, пошли, понимаете? То есть здесь, если вы долг отдали, тогда все нормально. В крайнем случае, вы лучше разведетесь с человеком, перестанете жить вместе, но наработаете навык души, и, может, потом только вернетесь. Не знаю, у каждого будет своя судьба по карме. Не хочу никому ничего рекомендовать. Это ваш выбор. Вы уже нарушили многое, и теперь придется подтягиваться, да, и обретать этот навык. Сознаниями, подчеркиваю, это будет гораздо проще. Приходите заниматься, поучу. Так вот, значит, долг отдали, и вы свободны. Никто не имеет права вас останавливать в развитии. Нет такой силы, которая будет останавливать развитие человека. И нет такого права ни у кого. Вы имеете право на развитие. Как удержать нить и не пуститься в сторону сексуальных излишеств, разврата, а четко следовать по пути наработки навыка любви? Да, удержать себя от соблазна стать развратником или развратницей не так просто. И очень важно соблюдать вот эту грань, что ты не развратом занимаешься сейчас, а именно наработкой навыка любви. Это очень важный момент. И как удержаться от всего этого, от плохого, от действительно соблазна к разврату не побежать? Здесь я вам скажу однозначно. Во-первых, конечно же, вы поставили цель и задачу себе, что вы нарабатываете именно навык любить. Но если вы вдруг почувствуете, что у вас плоть перевешивает, не сердце, душа и разум, и дух ваш, а плоть перевешивает,
то вы уже сделали первый шаг по лестнице разврата. Плоть, душа, разум и дух должны быть на равных во время наработки такого навыка. Ничто не должно быть первым. Кроме плоти, также и дух не должен быть первым лидирующим. Надо стараться держаться уравновешенно. Это не значит, что сдерживаться, а просто если преобладает страсть плотская, вы ее направляете в высокодуховность больше, укладываете в разум, в душу, там еще куда-то. То есть как? Начинаете чувствовать этого человека на этой энергии плотской. Начинаете понимать этого человека на этой энергии плотской. Да? Начинаете ухаживать за этим человеком на этой энергии плотской. То есть и ваша энергия, она растратится. То есть она уравновесит все остальные потенциалы вашего развития. Не надо, чтобы она преобладала. А она в основном преобладает, и вы можете стать развратницей или развратником. Поэтому здесь очень важно вот удержаться. То есть вынести чистую душу, а не остаться грязным человеком и вообще уже податься в непонятные какие-то жизненные ситуации. Да, здесь есть скользкий путь для слабых людей. А слабый человек тот, который не имеет цели. Если человек имеет цели, то есть царя в голове, другими словами, то он не подвластен разврату. Тем более знает все ключики, которые я уже подсказал и могу подсказать здесь, на занятиях у себя на живых. Ваша задача – не скатиться в грязь. Советую внимательно следить за этим. Вы говорили, что навык души любить лучше проявлять по отношению к тому объекту, который ответит взаимностью, то есть там, где не будет навязывания. Получается, что мало иметь навык души этот, но нужно еще уметь его применить. Подскажите, пожалуйста, как правильно применять навык души любить по отношению к другим людям, к предметам и ко всему миру? Параллельно хочу подсказать еще один ключик. Навык души любить лучше нарабатывать с теми девушками, парнями, мужчинами или женщинами, от которых будет отклик встречный. То есть нельзя навязывать это, заставлять, убеждать, соблазнять там и так далее. Все должно быть взаимно. Только это условие лежит, взаимность, понимаете? То есть отклик должен быть в вашу сторону. Вот только тогда это будет настоящая наработка навыка души любить. Вот этот ключик тоже не забывайте применять. Ну и в заключение хочется сказать следующее. Что для чего мы вообще заговорили о наработке навыка души, чтобы любить? А вот для чего. Когда этот навык наработан, то человек может с ним развернуться к той же жене своей или к тому же мужу своему, у которой уже есть человек любимый, и влюбиться в него по-настоящему божественно. Или же тогда, когда этот навык есть, и человек был свободен, при помощи формулы любви, при помощи создания образа любимого человека и особым образом произвести можно материализацию такового, а этому вы можете научиться у меня на занятиях, то вы можете материализовать любимого человека и влюбиться в него божественно и по-настоящему. Делайте для себя выводы. Значит, все, что мы сегодня говорили на передаче, на этой, имеет одну единственную цель – это полюбить ближнего своего и или найти любовь свою, обрести, которая будет вечно твоя. Девушка или парень. И понятное дело, что если такой навык вы наработали души, вы способны его переносить куда угодно, размножать его, то обретя любовь, сильную, настоящую, мощную любовь, единственного любимого человека,
который уже был раньше, и вы его снова полюбили, или же материализовали такового заново. Вы можете любить через это божественное состояние вообще все, что только есть на этом белом свете, в этом мироздании. Любые предметы, любых людей, любые действия, любых животных, любые растения. Все будет любимо смотреться вами, восприниматься. И жить будете в море, в океане, в космосе, в бездонье любви. Вот для чего нужен навык любви. Чтобы вы могли обрести любовь, стать единым, как Господь наш, и любить все так же, как Господь наш. Счастья вам в этом нелегком, но очень важном развитии человеческой души и сути. Подумайте внимательно, ведь игра стоит свеч. Сколько бы вы ни прожили сейчас лет, все можно вернуть, ко всему развернуться заново и научиться, наконец, любить божественно. Спасибо, Всеслав Маркович, за ответы. Удачи вам, мира и добра. Уважаемые телезрители, наша передача подошла к концу. Я желаю вам успехов в обретении своего любимого человека, в обретении своей настоящей любви божественной. Смотрите наши передачи, подписывайтесь на наш канал на YouTube обязательно, и первыми вы будете узнавать о выходе следующих передач. Не забывайте, что у нас вышла новая передача «Энергобеседка». Сейчас готовится к выпуску еще одна передача, которая будет называться «Темная сторона». Это всемирные новости. Смотрите наш канал. Получайте удовольствие, знания, совершенства, мира и добра вам всем, удачи и прекрасной, теплой, радостной человеческой настоящей жизни.